Приветствую вас на канале «Современные родители». Представляю вашему вниманию подборку электрических молокоотсосов 2023 года. В моей подборке модели от качественных бюджетников до премиальных. Смотри видео до конца, и ты точно найдешь подходящую модель для комфортного использования. В описании я оставила ссылки на всех участников топа с подробными техническими характеристиками и актуальными ценами. Погнали! Plaqtea Smart Light – недорогой отечественный прибор с хорошей мощностью и достойным набором основных функций. Молокоотсос обеспечивает двухфазную работу с деликатной стимуляцией и сцеживанием в трех режимах. Стимуляция длится 2 минуты, после чего автоматически включается режим сцеживания, но можно самостоятельно менять режимы по своему усмотрению. Кормящим мамам нравится простота и удобство использования, безболезненная работа, высокая мощность, возможность дозаказать потерянные сломанные части. Прибор работает от сети, но можно недорого докупить оригинальный батарейный блок. Комплектация скромная, но действительно необходимые предметы можно докупить у производителя. Цены доступные. Ищешь канал с качественными обзорами товаров для детей и родителей? Подписывайся на «Современные родители», новые выпуски выходят регулярно. Так что не забудь нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Продолжит обзор Ardo Calypso – очень мощный и комфортный молокоотсос, который обеспечивает эффективное и безболезненное сцеживание. Техника снабжена 64 программами для оптимальной настройки темпа и силы стимуляции, чтобы каждая женщина смогла настроить подходящую скорость и интенсивность для достижения эффекта естественного кормления грудью. На воронке есть мягкая накладка с массажным эффектом, а антибактериальный барьер защищает молоко от контакта с воздухом. Можно докупить и подключить к модели вторую насадку для еще более быстрого сбора молока из двух желез одновременно. Работает как от сети, так и автономно. Можно брать с собой. Монитор с дисплеем имеет подсветку, что позволяет комфортно пользоваться им в темноте. Мамы также отмечают практически бесшумную работу прибора. По результатам исследования Mueller BBM устройство получило статус самого тихого молокоотсоса. В наборе идет сам молокоотсос с воронкой 26 мм, электрический блок и подставка. Производитель дает привлекательные условия гарантии на 400 часов работы, независимо от срока использования. Какие критерии для вас определяющие при выборе молокоотсоса? Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях. Mammon LS-AE1 – самая бюджетная модель из хороших электрических молокоотсосов. Прибор легкий, простой в использовании, качественный и практически ничем не уступает дорогим аналогам. В нем реализован принцип трехфазного сцеживания с постепенным переходом от мягкой стимуляции к более активной, как у дорогих моделей. Производителям предусмотрено 5 режимов работы, причем память молокоотсоса учитывает, как мамочка переключала режимы при предыдущих сцеживаниях. Режим можно менять и самостоятельно при помощи кнопок на блоке управления. Блок управления очень компактный и встроен в конструкцию молокоотсоса. Продолжает наш топ Midella Freestyle Double. Производителем этот электронный молокоотсос заявлен как маленький и одновременно эффективный. Действительно, электрический блок очень компактный и легкий, а сбор молока происходит очень быстро в сравнении с другими за единицу времени. Причем как из одной молочной железы, так и из двух одновременно. На ЖК-дисплее отображаются основные характеристики процесса сцеживания, а подсветка позволяет контролировать его в ночное время. Он создан стать частью вашей жизни для большей свободы и комфорта. Благодаря его легкой, компактной конструкции и аккумуляторной USB-батарее вы сможете сцеживать молоко когда и где угодно, без каких-либо трудностей. Хочешь узнать стоимость этого молокоотсоса? Загляни в описание под этим роликом. Там я оставила ссылки на надежные магазины с самыми выгодными ценами. Далее представляю вам Remily Baby SE350. Этот молокоотсос подходит и для начала кормления, его можно брать в роддом, и для регулярного сцеживания и заготовки молока, и для помощи при лактационных кризах и лактостазах. Прибор маленький, легкий, обладает широким функционалом.
двухфазное сцеживание, 9 уровней в фазе подготовки груди, 9 в фазе сцеживания, большой LCD-дисплей, обратный отчет времени на 30 минут. Режим можно точно настроить под себя и выбрать нужную скорость сцеживания без боли. Радует и широкая комплектация. Силиконовая накладка, бутылочка на 120 мл с соской 0+, и колпачком, переходник на бутылочки разного диаметра, крышка-заглушка, подставка для бутылочки и комплект запасных частей, состоящий из силиконовой трубочки, двух мембран на клапан, двух соединителей для трубки. В корпусе есть место для трех пальчиковых батареек. Одного комплекта хватает на пару полных сцеживаний. Один из самых удачных электрических молокоотсосов в серии недорогих. Узнать актуальную цену этого молокоотсоса, а также любой модели из подборки, вы можете по ссылкам, которые я оставила в описании под видео. Следующий участник подборки – Philips Avent Plus – SCF-391-11 – один из самых комфортных и продуманных молокоотсосов. Производители позаботились о том, чтобы при его использовании женщина испытывала только положительные эмоции. Благодаря конструкции можно сцеживать молоко, даже сидя или стоя с ровной спиной, не наклоняясь. Мягкая насадка с адаптивной формой подходит женщинам с разной формой и размером груди. 8 режимов деликатной стимуляции увеличивает приток молока, а 16 режимов сцеживания позволяют выбрать самый комфортный для кормящей матери темп работы. Есть автосохранение настроек предыдущего сцеживания и возможность поставить прибор на паузу без сброса настроек. Прибор компактный, легкий и тихий. В комплекте бутылочка с соской 0+, заглушка для хранения и 2 вкладыша для бюста. Закрывает мою подборку Medela Swing Maxi. Улучшенная модель популярного Medela Swing отличается возможностью двойного сцеживания сразу из двух молочных желез. Отличный вариант, если женщине нужен портативный молокоотсос, который может легко поместиться в сумку и работать без подключения к сети. В конструкции реализованы некоторые свойства клинических молокоотсосов, например, защита от попадания молока в мотор. Medela Swing Maxi не ограничивает передвижение мамы. Электрический блок можно повесить на шнурок или прикрепить на пояс. Несмотря на свои размеры, он достаточно мощный и отвечает всем современным требованиям к молокоотсосам. Имеет функцию двухфазного сцеживания, благодаря чему имитирует естественное сосание ребенка. Такой молокоотсос хорошо подходит женщинам с уже налаженной лактацией. На этом моя подборка подошла к концу. Более подробно изучить все модели из топа вы можете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. В комментариях напишите свое мнение об участниках подборки. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!